Всем большой привет! Я сегодня попала в Fix Price и сделала покупки, как мне кажется, очень интересные, правда, и очень дорогие. Мало что было по 50 рублей, наверное, только один продукт, и много чего было по 99 и по 199. Но давайте начнем со 199. Очень понравились органайзеры, вернее, даже это, можно сказать, ящичек. Подобные ящики были по 99 рублей, но они были в разы меньше. Это большой ящик, то есть это очень даже большой ящик для хранения таких нужных вещей. Вот так он выглядит. Мне такой нужен, и поэтому я взяла 199 рублей. Было всего две штуки у нас, серый и голубой. Я взяла серый, мне показался нейтральный такой цвет. Удобный и для хранения, и для, ну да, для хранения. В любом случае, он даже на полке смотрится как-то аккуратненько. Далее, что я взяла еще по 199 рублей, это был чайный домик. Я не видела домики у других блогеров. Для меня это прямо была новинка-новинка. Посмотрите, какой он симпатичный. Мы любители пить чай, особенно Гринфилд, в пакетиках. Именно тут почти Гринфилд, наверное, есть. Сделано в России. Размер не вижу. Ну, давайте покажу, что здесь написано про этот домик. Мне он показался очень интересный. Максимка говорит: мам, давай откроем. Я говорю: подожди, мы откроем лучше вместе с подписчиками на камеру. Поэтому давайте сделаем это вместе, посмотрим, где здесь вход, где выход, куда эти чайные пакетики вставляются, как оно выглядит. Снимайте. Сняли, убрали. Да, вот. Вот так это выглядит. С двух сторон нет, это закрывается. Вот. Одна сторона работает. И вот так выглядит домик. Он сквозной. Мне кажется, достаточно симпатичный. Вот тут даже кисонька есть. Вот тут недалеко чайные пакетики. И мы сейчас с вами посмотрим, легко ли они оттуда, как раз видите, у меня Гринфилд. Легко ли они будут отсюда выниматься. Ну, в принципе, доступно. Мне кажется, доступно. Так, второй туда же. Так, и посмотрим. Правда, мне неудобно обнимать камеру, если отсюда. Да, смотрите, все вставляется аккуратно, удобно. Домик очень симпатичный, мне кажется. И на полке будет стоять оригинально. Посмотрите, какая красота. Мне понравился в любом случае. Еще, что было за 199. Месяц назад я была в Fix Price, показывала вам подобный блокнот. Ароматический, видите, ароматизированный. И сегодня меня ждала как раз вторая бутылка. В прошлый раз был мохито, да, там зеленый у меня с мохито. И сегодня мы увидели вот то, что я в прошлый раз отложила, не взяла и жалела. С банкой пепси-колы. Вот такой он симпатичный. Ну, давайте откроем, посмотрим. Тут вот этот мякиш классненький. Так, тут клей. Да, это просто клей. Вот такой вот сквиш смотрится. Еще один был открытый с мороженым. И, вы знаете, это мороженое пахло ванилькой. Этот... Нет, тут нет аромата попсиколы. Тут скорее аромат химический какой-то. А вот ванильный открытый был, который пах действительно там мороженкой и ванилью. Так, ну, в общем, вот такой блокнот, 199 рублей, хотелось, взяла, все, теперь я успокоилась. Кстати, в нем есть, как это называется, закладочка. Из интересного, по 99 рублей я взяла себе вот такие коробки. Я уже брала парочку и в них храню, как они называются, косметику, тени, которые не влазят в ящик. Вот так выглядит коробка. Я взяла сейчас аж три штуки, и один мы с вами посмотрим. В прошлые разы я брала вот в таком дизайне с машинками, а сейчас взяла вот три, и один был вот такой с какими-то девочками, туфельками. Вот сейчас его мы с вами откроем и соберем.
на вопросы 99. Они хорошо встают друг на дружку. Легко собираются. На донышко вот такая картонка встает. Собираются несложно. Так вот, видите, короб получается. Крышка. Вставляем. Я пытаюсь, чтобы не сшибить камеру, аккуратненько все это сделать. Так вот, смотрите, брак. Видите, на что надо обращать внимание. Ну, я сейчас приклею тут все. Аккуратно будет. Но в любом случае, видите, пришивается, получается, просто к подкладочке. Не насквозь, а к подкладочке. Поэтому здесь придется эту штуку приклеить. Иначе это будет неаккуратно. Ну, а в целом вот. Вот так выглядит короб. Давайте его покрутим. В последнее время Париж у меня в приоритете. Василек, вот следующий ролик посмотрите, будет реально интересный. Там такое постельное белье шикарное вот в отношении Парижа. Обратите внимание. Не проходите мимо. Реально постельное в Васильке шикарное. Ну, в общем, еще вот такие два. Очень удобно хранить, и на стеллажах смотрятся такие короба очень красиво. Далее, что было интересного? Интересное было за 99 рублей. Прошлый раз я видела, прошла мимо, в этот раз поняла, что мне оно все-таки нужно. Органайзер для косметики и аксессуаров с зеркалом. Были в двух вариантах, круглые и прямоугольные такие, вот такого размерчика примерно. И в двух цветах, чисто белые и черные. Я взяла круглый белый, как вы видите. Можно было, конечно, этого не говорить, потому что это и по умолчанию видно. Так, сейчас я открою. То, что это все зафольгировано, заслюдировано, вот специально не открывала до вас, чтобы это показать. Потому что забываешь это упоминать, а потом бывает... Ой, да что ж, никак не открою-то. Что я в спортзале делаю, со слюдой справиться не могу. Потом забываешь упоминать, и девочки говорят, почему ты не сказала там. Так, зеркало вот так, смотрите, оно снимается, как крышка. То есть его можно использовать отдельно, и получается вот такой органайзер. На столе ставить удобно. Как-то переносить сюда. Что-то мелкое поместится. Не крупная, например, те же спонжи. Это очень удобный вариант под спонжи. Ну, в общем, вот такая вот. Мне вот сильно было надо, но у меня теперь есть. И под украшения, кстати, тоже этот контейнер хорош. Далее. Все мы смотрим по 99. Я думала, что это по 55. То, что я вам сейчас покажу. Но на кассе оказалось 99, но я не стала уже вынимать из корзины, потому что это выбрал себе мой сын. И так как я себе как бы за 99 не отказываю ни в чем, конечно, мы ему тоже оставили. Он взял 4 книги. 4 книги по мультфильмам, причем мультфильмам, которые он любит. И давайте смотреть. Их всего было 4 варианта. Взял все 4. Первая — Вольт. Если у вас есть дети и это интересно, обратите внимание, я сейчас полистаю каждую вверх на краю света. Рататуй, «Счастье без рецепта» и «История игрушек». Ну, давайте с «Историей игрушек» посмотрим. Мне кажется, даже если ребенок, начиная с 1 класса, в состоянии прочитать. Плюс иллюстрации по мультфильмам очень красочные, яркие. В любом случае, эти книги стоят 99 рублей. То есть за них не жалко. По страницам, вот именно в этой 62 страницы, 6+, они их ставят. Рататуй. Я не буду каждую страницу, я так в целом, чтобы не задерживать. Некоторые покажу и тоже скажу, сколько страниц. Так, Рататуй. Ну, тут тоже 62 страницы. Но я думаю, наверняка они будут сейчас стандартные. Вверх. Это, кстати, я редко смотрю мультфильмы, но это те мультфильмы, которые я посмотрела. Еще я очень люблю «Стальной гигант».
мультфильм. «Делай ноги» тоже люблю. Ой, красота. Здесь больше написано, да, заметили? Интересные мультфильмы, интересные книги. Также 62, 63, 64 страницы. Но я уже больше не буду говорить количество страниц, потому что они стандартные. И Вольт. Про собаку. Отличные иллюстрации, конечно. Замечательные книги. Вот так. 4 штуки. Не зря купили. Я рада. Так что. Далее. Что было у меня в покупках? За 55 рублей я очередные вешалки взяла. Это самые выгодные. Их тут 6 штук. Я вам говорила, что мне нравится, что здесь есть специальные крючочки. Давайте их сюда. Долго задерживаться на них не буду. Далее. Из необходимого салфетки Плюша. 180 тут их штук. Беру без конца, потому что это очень удобно, выгодно. И нигде такой выгодной цены нет. Из необходимого также, наконец-то, я взяла себе влажные салфетки с мицеллярной водой, гелем алоэ и ионами серебра. Здесь 60 штук. Мне они очень нужны для снятия сводчей, когда я показываю косметички. Потому что другие салфетки не так снимают, как вот именно эти. Удаление макияжа, очищение, увлажнение. Для лица я их не советую, потому что глаза все-таки натираются. Но вот как салфетки для снятия сводчей, они хороши. Так, конечно же, мы про наших малышей не забыли. У меня Басик любит молочко пить вот из таких тарелочек, но бывает, что отбиваются края, что-то мы роняем, и бывает, попадаем по тарелкам, и когда сколы, я сразу выкидываю и покупаю новую. Так что вот у нас такая синенькая, так как Басик у нас мальчик, мы взяли синенькую тарелочку. Также из необходимого пакеты для продуктов, но мне эти пакеты нужны для удаления ненужностей из горшков, ну вот кошачьих, да, то, что там у них, производство у них не безотходное, поэтому горшки я убираю с помощью таких пакетов. И также нужная вещь, это вот такая зажигалка, так работает, нам она нужна колонку зажигать. У нас газовая колонка, у нас нет горячей воды, мы пользуемся газовой колонкой. Поэтому тоже необходимая вещь. Это все, что было, если я не забыла все цены, могу вот так еще поближе показать. И в прошлом ролике, кто смотрел «Магнит Косметик» и «Улыбка радуги», то я забыла там в «Улыбке радуги» показать зеркало. Давайте я его покажу здесь. Оно стоило около 100 рублей. Мне оно понравилось тем, что оно под кожу. Вот такой милый котик, симпатичный. Вот так выглядят два зеркала. Одно вот это увеличивает, второе нет. И вот такой вот милейший котик. И то, что это вот под кожу, оригинально. С блесточками у меня есть, с картиной есть, блестящее золотое есть. И теперь у меня еще вот такое есть зеркальце. То есть каждый раз можно зеркала менять в сумочках. Сумочек много, в каждую сумочку не будешь перекладывать зеркало, а тут прямо удобно. Сегодня был день скидок, оно стоило около 100 рублей. Ну, я решила, что мне оно очень надо. Все, это все были покупки в фикс прайс. Надеюсь, со мной было интересно. В фикс-прайс я хожу сейчас уже не часто. Хорошо, если раз в месяц попадаю. Но в этот раз я рада. Мне кажется, я купила все такое достаточно интересное. Даже для меня что-то оказалось новинкой. Что-то было хотелками. Рада, что застала детские книги такие интересные. И вот очень рада этому контейнеру, как, впрочем, и этим трем. Ну, я буду уже с вами прощаться. Напишите, что нравится вам, что бы хотели вы приобрести. Может быть, еще не застали. А может быть, увидели у меня и хотите теперь купить. Это все очень интересно. Делитесь своими новинками. Может быть, вы мне что-то посоветуете, я не заметила, а вы подскажете, что взять. Я буду только благодарна.
Всем приятного настроения и всем пока!